Сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкое подвели итоги работы за минувший 2023 год. Они проанализировали статистику преступлений, совершенных на территории обслуживания ведомства, а также наметили приоритетные задачи на этот год. Тему продолжит наш корреспондент. Были выборы губернатора Московской области, была сложная оперативная обстановка, которую мы с вами прошли на хорошем уровне, в связи с тем, что есть и показатели, есть, конечно, и минусы, которые мы сегодня обсудим на нашем оперативном совещании, поставим задачи на новый 21 квартал 2024 года, который будет тоже не из простых. В 2023 году на территории обслуживания Люберецкого управления МВД прошло около 250 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек. Все праздники и масштабные события прошли под пристальным вниманием и контролем сотрудников правоохранительных органов. Охрана общественного порядка и в этом году останется одной из приоритетных задач полиции. Помимо решений повседневных задач, в первом квартале 2024 года предстоит проделать большую работу по обеспечению безопасности в ходе подготовки и период проведения выборов президента Российской Федерации. В прошлом году количество зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях возросло на 17%. За 12 месяцев сотрудниками Люберецкой полиции возбуждено почти 4000 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности около 2000 человек. Вместе с тем раскрываемость всех преступлений в управлении составила 61%, что по сравнению с 2022 больше на 10%. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.